Дивизион! Тревога! 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 Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Приморском крае на марше отразили нападение условных диверсантов. По замыслу учений, во время выдвижения дивизионов «Искандер-М» условные террористы напали на позицию ракетных пусков. Подразделения боевого охранения, которые сопровождали комплексы, создали дымовую завесу, чтобы дезориентировать противника и замаскировать колонну движущейся техники. Также применили тактические приемы для ликвидации диверсантов. Кроме того, в рамках учения была отработана система связи и организации взаимодействия расчетов «Искандер-М» и подразделения охраны и обороны при совместном выполнении задач. Олег Завьялов, Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.